Каждый вечер в программе «Правда 24» у нас звезды, но не всегда мирового масштаба. Сегодня именно этот случай. Сегодня у нас в программе «Любовь», а по-узбекски «Севара». Добрый вечер. Добрый. Прошу. Все-таки хотел уточнить, это аналог русского имени Люба, любовь, или это все... Я слышал в одном из интервью, вы говорили, что это как бы дарящая любовь, Севара, нет? Дарящая? Нет? А мне послышалось, что дающая. Дарящая. Это, наверное, больше сказуемое, дарить, действие. Угу. То есть, да, я, в общем-то, беспрекрас. Вы человек могу действия. Подтвердить. Вы человек действия, потому что ваше основное действие, основная движуха – это грандиозный тур по России. Меня больше всего, конечно, интересует 26-го, да, будет? 24 октября, в Крокусе. Крокус-Сити. А, я посмотрел просто на вашем сайте, что у вас маршрут там Россия, Россия, Сибирь, Сибирь, Урал, потом бам, Дубай вдруг, потом Баку, потом снова в России. Почему так маршрут выстроили? Чтобы совсем не превратиться в Снегурочку. Угу. Раз так и в тепло немножко. А в Эмиратах вы тоже программу работаете, что и в Крокусе, допустим, 24-го, да, или нет? Да, я думаю, это выстроенное... И на том же языке, на тех же языках? Абсолютно, вернее. Абсолютно ага. Верно. Не разделяя, ни в коем случае, не каким-то образом переделывая программу. Именно вот как-то так уже сложилось, что по нарастающей, во-первых, и по темпу, и даже вот по языковым краскам, это все, в принципе, очень друг друга вот не то что компенсирует, а, наверное, дополняет, несмотря на ее. То есть языкового барьера нет вообще. Там и русские песни, и английские песни, и узбекские, авторские. А в жизни у вас какие барьеры есть? Ах, как я люблю, когда вы раз так и зацепились. Я думаю, они есть у всех людей, только каждый называет это по-своему барьеры, препятствия, задачи. Вот. Для меня, наверное, больше не барьеры, потому что в последние годы я понимаю, что это называется не так, для меня, по крайней мере. Наверное, это некое преодоление, где-то понимание самой себя в корне. Так. То есть получается, что за счет того, что где-то я могу самостоятельно ответить на вопрос, заданный собой или кем-то, сама для себя, я понимаю, что для меня открываются новые двери. Преодоление. А? Преодоление – хорошее название для альбома. Вы сейчас ведь над новым альбомом работаете, да? У меня... На сайте, опять же, на вашем написано. Это такая какая-то фраза стандартная, да, для артистов. Я работаю над новым альбомом. Вообще, сколько... Нет, я просто не понимаю, как можно находиться в туре и при этом какой-то писать новый материал. Ну, на самом деле, это все какие-то разные вещи. И взаимосвязано, и с другой стороны, я достаточно ленивый человек все-таки. Несмотря на то, что материал прописывается, и он очень разный, да. И вот мы сегодня с вами успели обсудить до эфира, что бывает так, что как бы этот человек пока напишет что-то новое, да, проходит какое-то время, потому что зритель привыкает и очень хочет слышать те или иные любимые композиции и так далее, да, которые из года в год звучат, в общем-то. И думаешь, ну что ж такое, репертуар-то будет меняться. А он, на самом деле, я думаю, что у большинства артистов, как и актеров, кто снимается в кино, он все-таки меняется. У меня очень такой репертуар широкий, и получается, что ну, вот пока на сегодняшний день не такое большое количество песен раскрыто, да, для зрителей, а такая задача передо мной стоит. То есть я не то, чтобы даю пищу для зрителей, которую она хочет съесть, да, там, еду, а именно то, что мне кажется, будет очень вкусным, и нужно это сделать. Возможно, это новый материал для них, и, возможно, они привыкли видеть это за счет рекламных каких-то моментов, да. И, тем не менее, вот в турах, предположим, по России это срабатывает. То есть новые песни, они вполне переваримы. Ну, вот как-то вы сказали, что вы проживаете вот... каждую песню, бла-бла-бла. А мне все время кажется, что вы на самом деле почти всегда, ну как и большинство, если не сказать все артисты, в имидже, что у вас всегда какое-то вот представление о том, как Севара должна выглядеть, что она должна говорить, потому что мне кажется, вот когда смотрю вам в глаза, мне кажется, что вы такой человек-то на самом деле очень
Ну, гораздо темпераментнее, чем вы на сцене. Мне кажется, что вы можете взорваться, можете вспылить, можете зажечь. А вот в студии, ну, я имею в виду в телевизионных студиях, я не знаю, как на записи, на концертах, этого не видно никогда. Ну, потому что для меня вот подобная идеология — это на самом деле ответственное дело. Я просто не прихожу сюда играться там или показывать, насколько я темпераментный. Конечно, мы пиарим тур. Для меня в любом случае задача стоит как можно максимальнее рассказать вообще, что я делаю. Вот и все. То есть, конечно, на сцене я немного другой человек. И я знаю, что я могу переживать где-то более темпераментнее, где-то я могу быть сдержаннее, потому что песни разные, извините. И потом все-таки я не развлекаю. Я больше рассказываю, повествую, но музыкальным образом. И мне очень это близко. То есть, в принципе, я себя в этом нашла, мне очень комфортно, и я этим живу. А главное, что мне хочется все делать честно. И только так, и никак иначе. Тут какие-то имиджовые моменты, это, наверное, все модные какие-то такие термины, которые нужно употреблять. Как вы говорите, имидж, не имидж. А вы модный исполнитель? Ух ты, круто. Что это такое? Много со временем? Если вы употребили слово «модно», значит, у вас есть представление, что стоит за этим эпитетом? Нет, это вы употребили. Вы только что сказали, что вы... Я повторил за вами. Вот вам такое не стыдно. Никогда не бывает, я же журналист. Я же сказала, что я очень консервативная. Не знаю, может быть, при всем при этом можно быть и модной, только за этим я не гонюсь. А про честность. Вот смотрите, географически, если я правильно понимаю, вы комфортнее всего себя ощущаете в Лондоне. Ну, по энергетике, ну, потому что это вот... Да, это правда. Все. Почему живете в Ташкенте? Я люблю говорить так, что я прописана в Ташкенте. И безумно этим горжусь, потому что никуда я от этой земли не денусь. Вот. И, в общем-то, несмотря ни на какие изменения вообще везде на планете, а вижу я планетарно, изменения, которые происходят. И вы это тоже прекрасно, наверное, видите и замечаете. Для меня все-таки, именно для моего нутра, для меня самой, очень важно вот эту привязку оставлять. То есть я прям не могу без нее. Это для меня свежий воздух, это для меня почва определенная, хотя творить я могу везде, как в Лондоне, так и в Москве. И это все происходило, и происходит, слава богу, на местах. Но вот такая вот завязочка существует. И пусть она будет. Я этим очень горжусь. А Лондон – второй дом, так же, как и Москва. Мне здесь тоже очень комфортно и уютно. Просто именно какие-то, наверное, архитекторные такие вот, архитектурные моменты, которые очень греют. Вот в Лондоне это что-то свое, более маленькое такое, более... вот можно прямо это ощутить здесь сейчас. А в Москве все большое. И тоже красота. Но это вот наблюдения, да, такие чисто мои со стороны. Ну вот люди, которые Биг Бен строили, Тауэр, вот сейчас они там, если слушают, вздрогнули. Вот сказала, значит, да, мелкого. Камерный город Лондон. У вас папа, насколько, если я не путаю, из Андижана, мама из Ферганы. Так точно? Для вот жители средней полосы России, который не был никогда в Средней Азии, это просто название. А это при этом разные города, вот опять же по ощущениям. Андижан и Ферган. Да, они, кстати, разноватые. То есть друг от друга у них разница 40 минут, час. Это так. Все Ферганская долина. Да. Вот, то есть там идет Коканд, и дальше уже завязочки на Наманган, Андижан, Фергана. Вот они в одной завязке. Да. Так же, как другая сторона. Самарканд, Бухара, Хива. Да. И это все Ташкентом объединенное, вот как бы вот так, две дороги. Вот вы родились в Андижане. Да, только родилась. Только родились? Вы не росли там? Нет. А росли где? Я родилась в Андижане и росла в Ташкенте, периодически заезжая, естественно, к родственникам и в Андижан, и Ферганы. А я думаю, такое детство насыщенное. А то есть вы не в Фергане росли? Нет, ну как? Ну, детство, оно сопряжено в любом случае с поездками. И туда, и сюда. А учеба и все остальное было... А сына вы рожали где? В Лондоне? Как положено? Вам всем? Или где? Что ж мы прям... Сына-то зачем нырять? Нет, он родился не там и не там, но он родился на планете Земля. Я вообще не люблю о нем говорить, не будем. Пропустим. Да, ну просто скажите, как его зовут, и есть ли у него слух, и мы за эту тему закроем. Его зовут Море, океан, Денгиз. Потому что родился он 1 марта, а это месяц рыбки. Все было очень концептуально выстроено, если он родится так.
Да, ну и последний вопрос. Я не знаю, в 6 лет или там можно говорить, есть у ребенка слух, голос или рано еще? Идеальный. Идеальный слух, голос? Как получается, да, идеальный слух, говорят обычно. Потому что идеального голоса не бывает? Идеального голоса идеальный слух. Да, идеальный слух. Я сказала идеальный голос? Нет, это я сказал. Идеальный слух. Да, потому что он может ритмы, ну, вот, выбивать, например, там руками. И все это уже было понятно в 5 лет, что у него все нормально со слухом. А ему 5 всего пока. Мне кажется, сейчас 6. 6,5. Все-таки, да, все-таки. Какой 6. Вы семьянин, а как ваш сын поживает? Ой, мой сын уже... Он уже поживает сам по себе давно. Уже давно не лялька. Да. Ну, здорово. Вы колыбельные пели? Я вообще не... Сейчас же мы с сыном эту тему закрыли. Мне да, просто да, интересно, да, далеко до рождения ребенка, естественно, и есть это произведение. Называется «Алла». «Алла» с узбекского означает «колыбельная». Она, эта песня, есть в природе и в моем творческом как бы альбоме. Ну, можете напеть? Ну, просто вот, чтобы я понял, Боже мой, какая вы красивая. Да я просто на вас вот можно, знаете, как это, ходи-ходи. То есть на вас можно просто смотреть, получать удовольствие даже при выключенном звуке. А когда вы еще и поете, то это просто, просто божественно. Вы прелесть. Счастливы те, кто попадет на ваши концерты. Скажите мне, пожалуйста, такую вещь. Вот все время, когда слушаю беседу с вами, все спрашивают про Питера Габриэля, про вот это вот ваше звездное с ним сотрудничество. А я слышал, что у вас какая-то еще история с Робертом Плантом была. Была, да. Была, да? Была. А что за история? Очень похожа на историю с Гебриэлом, потому что, как, в общем-то, я не знала, кто такой Гебриэл, когда я встретилась. Вы не знали, кто такой Гебриэл? Ну, вы Genesis-то хотя бы знали? Ну, на тот, конечно, Genesis-то я знала, потому что там же их было... Фил Коллинз там еще был. И Фил Коллинз. Да, и очень многие, к сожалению, даже сегодня отмечают, что это Фил Коллинз, почему-то Питер Гебриэл. Не то чтобы, но для людей немножко он не так, наверное, популярен или что, я не знаю. Нет, давайте не будем так говорить, популярен, знаком. Так, хорошо. Вот, и с Робертом была аналогичная встреча, где я не знала, что это Роберт Пла. А но он... про Лид Зеппелин вы знали, тем не менее. Ну, конечно, что... но я не знала, ну, знаю, просто его. Конечно. Ну, хорошо, конечно, да. Пардон. Да, да, что, да. Конечно, да, удивительно, почему это? Конечно, да. Вот. Ну, мы, в общем-то, записывались, вернее, я писалась на студии, как обычно. В Лондоне? Да, на студии Питера Гебриэла, Real World называется эта студия. А у них как раз была подготовка к туру, к мировому. И мы просто повстречались все на кухне. Кетеринг, который, в общем-то, случается у нас каждый день. Завтраки, обеды, ужины. И вот так вот за обедом мы разговорились. То есть мы, в принципе, все как-то относительно за общим столом сидим, потому что кухня небольшая, сама столовая. Вот. И, в общем-то, как-то так очень в непринужденной такой обстановке. Что делаешь? Я и это, а вы что делаете? Мы вот занимаемся. Приходите, если что. Там народ как-то не очень было на тот момент много в студии в самой. И мы сказали, да, конечно, с удовольствием. А человек, который рядом со мной сидел, он, конечно, опешил, что я так очень спокойно реагирую. Вообще, он-то понимал, кто это. И вот мы пошли, у нас была такая ознакомительная часть с их программой. А там в коллективе у него было несколько новых ребят. И вот он просил, пожалуйста, Тивар, делай свои замечания насчет того, что как все звучит. Вот ты наш сегодня зритель главный. Конечно, я сидела на пуфике, все это оценивала и серьезным видом поправляла в основном басиста. Вот. Они, конечно, сквозь все хохмы понимали, что эти отметочки такие, в общем-то, делал. И ничего против не имели, и делали некоторые замечания друг другу. И, в общем-то, процесс шел как процесс репетиционный. Вот. А уже потом, когда мы, у нас есть и фотографии, где мы вместе и там щелкнулись буквально сразу после этого, что вот надо это знаменовать снимком, пусть останется на память. Вот, такие пару удивительных кадров. И потом уже накануне, вернее, на завершении дня уже ребята объяснили, кто это и с чем это едят. Так что вот так все было весело. Для меня, конечно, это было удивительно, насколько человек просто себя вел. И вообще он, как бы, наверное, получал удовольствие от того, что, в общем-то, артист. Я уверен, что он получал удовольствие. Ему было нормально, очень хорошо было. С вами невозможно не получать удовольствие. Но вот Габриэл и Плант, как вы считаете, на самом деле... Они вас пригласили к сотрудничеству
учитывая вот момент просто женской привлекательности, что вы красивая девочка. С Плантом у нас сотрудничества не было, у нас было на 20-летние. То есть просто вот это ни во что не переросло? Нет, это встречи, и у нас был такой некий импровиз на сцене, когда отмечалось 20-летие самой студии. Ничего себе, не сотрудничаю. Мне некоторые просто бы отдали бы полжизни за такое несотрудничество. Это абсолютно было не запланировано, поэтому все это произошло. Это было? Да, это случилось, и было очень здорово, на самом деле, потому что у нас не двое было, на там трое-четверо еще африканцев. Ну, не уходите от вопроса. Как вы считаете, вы... А женская привлекательность? Да, вы используете этот элемент осознанно или отдаете себе хотя бы отчет в том, что многое красивым девушкам достается легче, чем некрасивым? Да нет, во-первых, да красивые далеко очень, и вообще в каком вы имеете в виду смысле? Просто физическая красота? Нет, да, вот привлекательность, да? Нет, вот, допустим, там вот ваше знакомство с Питером Габриэлем, он просто вас увидел вот на этом лондонском фестивале, он оценил музыкальную составляющую? На тот момент меня достаточно сильно вообще корежило то, что я не люблю себя. Ну, в смысле, внешне я себе абсолютно не нравилась, поэтому тут вопрос не может стоять таким образом, там, за то, что привлекательность. Нет, абсолютно. Для меня как раз именно точкой отчета всегда было музыкально доказать себя. Угу. Потому что там, значит, красоты вообще меня это не заботило. Вернее, меня это расстраивало больше, что там с красотой что-то не так, что как-то так не случилось там до 100%. И, естественно, это был, если вы читали, это же невзначай получилось, да? Я не читал, я слушал ваше интервью, как вы уже так сказали. Так, многие говорят, удачно, там, удачи вам. Нет, что в смысле, что вы пошли там помузицировать и вас заметил. Нет, я случайно там оказалась. Там кто-то не пришел. Не приехал, да, визу не получил, не приехал. Кто-то не получил визу, да, то есть там вот был элемент удачи. И мне, да, выпала такая вот честь. Вас же вот он увидел, находясь... В общем, он увидел, что в течение 5 или 7 минут шатер заполнился. А-а-а. Это для него было поводом, чтобы, наверное, понять, что, наверное, не все так плохо. Да, шатер, только мы объясним, что там площадки были в разных шатрах. В разных шатрах по разной заполняемости. Да. Этот шатер был около 1000 человек. И вот этот шатер, он заполнился. То есть я 30-40 минут после того, как вы стали там зажигать, на чем у вас музыкальный инструмент был? Я была на дутаре, играла на дутаре, но не забывайте о том, что я была без музыкантов, и мы быстро всех наняли там. То есть там был басист от Шинетта, Конор, например. Он согласился. То есть подписался. Вот, хотя... я об этом говорю. Вот что это он согласился? Просто я бы предложил ему, он не согласился. Нет, во-первых, это было не бесплатно, но, с другой стороны, они видели вот этот мой порыв музыкальный, и там за какой-то минимум они согласились, и мы отыграли удивительную программу на 40 минут, причем до этого, естественно, было какое-то недоверие с их стороны, потому что какая-то девчонка молодая там что-то пришла, что-то хочет вообще, азиатка, что она там хочет. Угу. И я, в общем, на пальцах объяснила квадрат, формулу там музыкальную того или иного произведения, и мы выстояли, можно сказать, там 30-40 минут. То есть, наверное, для него это было тоже неким таким шагом для меня. Да, для меня, вернее, от меня, что, неплохо. Вроде бы, как бы, наверное, отметил он. В общем, мы поговорили и, в принципе, буквально сразу принялись за поиски Гектора Зазу, который потом, в общем-то, вышел. Но она самая на него. То есть мы не знали, что это будет он, но это было очень... волшебное, на самом деле, здоровское сотрудничество, о котором, я вспоминаю очень долго. Вот про народную музыку, про фолк. А, помимо вас, кто-нибудь за пределами республики узбекскую музыку пропагандирует успешно? Я думаю, да. Я думаю, да, это значит вежливая форма. Нет, я не пытаюсь смягчить ни в коем случае, потому что, просто мне повезло, я вижу мир, например, да. И я знаю, что и наши узбекские артистки, они выезжают. Просто смотря, как это организовано. Вы же понимаете, что имеет значение, кто за этими людьми стоит, как их можно... Хорошо, а кто за вами стоял, когда вы взяли и поехали просто вдвоем в Лондон, без всякого приглашения, без всего взяли и поехали? За вами же никто не стоял, или за вами кто-то стоял, и чего-то не знаю? Да, метафизика, Бог стоял. Об этом и говорили. Нет, я хочу сказать, что... Не знаю, как у вас в жизни, но мне кажется, что и у вас в жизни это так. Мы все-таки окружаем себя людьми больше, чем предметами, да, роскоши и так далее. Это все-таки для меня, я считаю, что это все-таки действительно сокровище, как сказал некто, что друг – это сокровище, друзья, люди, которые тебя окружают. Это все на самом деле бесценно, потому что они тебе помогают становиться тем, кем надо стать, да, это зеркало, все зеркально. Поэтому, в общем-то,
мои люди вокруг меня, меня не подвели, а я, надеюсь, не подвожу их. Вот так все. Я надеюсь. Я уверен, что вы никого не подводите. Мы переходим к финальной части, к коде. Вам подсказывают. У нас кода, да. Это игра в правду называется. Как она выглядит? Здесь 4 фишки разных цветов. И вопросы таких же цветов, распределенные по группам. Здесь есть неловкие вопросы, откровенные, вопросы на подумать. Белые карточки свободные вопросы, значит, я вам буду придумывать сам вопрос. Класс. Вот три вопроса. Хочу 4 белые. Сколько там? 3 вопроса или 4? Да, 3 из 4. Так. Так. Хорошо. Ой, как мне нравится. Красная? Любую красную выбирайте. Вот это красная? Нет, это белая. Пардон. Вот она красная. Так? Да. Игра в правду. Откровенный вопрос. Как я это все люблю. Как часто вы удаляете смс-переписки из телефона, чтобы их не прочитал ваш партнер? Вы сами, да, придумывали? Нет, ни в коем случае. Я всегда говорю, это вообще французская игра изначально. Да. Во-вторых, еще с переводом не самым так, адекватным. Так, с партнером повезло, он у него, наверное, в природе это не заложено, ну, ковыряться там в телефонах, в сумках. Поэтому уважение к нему беспредельное не за это, а вообще за то, что он такой есть данный в мире мне, Богом. Поэтому, ну, а что удалять-то тогда, если он не лазит в моем телефоне? Исчерпывающе. Удалять нечего пока. Надеюсь, надолго это все. Так. Желтая. Как мне нравится, что разные цвета. Любую желтую, стало быть. Вот, пожалуйста. Неловкий вопрос. Уходили ли вы из заведения, намеренно не оплатив счет? Или что-нибудь прихватив на память? Да, вот первое нет, а второе да, прихватив на память бывает. Люблю всякие там открыточки. Ну вот то, что, в общем-то, не больно будет этим, как там, заведением. Так, смотреть нельзя. Так, снова красная. Снова красная. Если вам красный вопрос некомфортный, я могу дать еще. Это попытку. Нечестно, это же игра. Да, хорошо. Как там, правда? Да. Так что что есть? Это же игра в правду. Ой, что не игра там, что жизнь-то, все это похоже. Откровенный вопрос. Расскажите о своем худшем свидании. Так, худшее свидание было, наверное. Только это свиданием-то назвать нельзя, когда человек вот как бы это... Ну, это мы в школе учились, не знаю, мальчик очень любил меня, а я, наверное, любила его, только, я не знаю, может быть, нравился просто. Вот. И у нас как бы так все обстояло, что от дома до школы сплошная грязь. Представляете, да? Это звучит. И то есть с подъезда надо, чтобы на руки поднимали, и вот до школы. Вот было такое преимущество у меня, слава богу. И вот худшее было то, что он до школы не донес, обожал, потому что, ну, как бы, наверное, это и был самый такой, как там, тесный контакт, что вот нес на руках, и все. Кроме этого ничего и не было, такая сплошная платоника. Вот. И худшее было тем, что вот он меня в школу поставил, и там дальше у него была куча девочек, которые прям с ума сходили по нему. И я все думала. Всем бы такое худшее свидание. Да, и я все думала, ну сказать, что ж ты, вот, что ж с тобой делать-то? И вот все это и было таким. Я дарю вам в качестве пиара, собственно. Да бросьте вы так говорить. Книжка 24 кадра про женские истории. Здесь наш с вами предыдущий разговор в этой студии. Надеюсь, что нынче разговор в следующей будет книжке. Ну, спасибо. 24 октября есть шанс увидеть прекрасную Севару на сцене. Приходите в «Крокус». Это альбом «Письма, слова и фразы». О котором мы не поговорили. Ничего страшного. И это фраза из песни, написанная на слова, вернее, написанная Вячеславом Бутусовым на песню «Письма». Так что вот буду очень рада вас видеть. Прекрасный вы ведущий. Вот таким оставайтесь. Спасибо.